Лучше, чем в столице здесь. Все зелено, свежо. И мы находимся в месте, где текут чудотворные воды. И вот 12 вот таких, значит, труб, из которых течет минеральная вода. И не просто минеральная. И каждая из этих труб от Делно. Каждая из этих труб отдельно связана с общим источником и с разной силой течет вода по ним. То есть как будто как музыкальный инструмент устроен, можем так, как ноты, да? Мы с Виолеттой, с моей близкой подружкой, приятелькой, приехали, привезла меня Виолетта в область Кюстендил, Кюстендилскую область. Это Болгария. И это Виолетта. Здрасте. И мы решили первое место посетить. Очень мистичные легенды. Люди рассказывают об этом месте, что те, кто не могут забеременеть, приезжают сюда, проходят между камней, и, о чудо, все мечты сбываются. Сейчас мы вам покажем поподробнее это место. И у кого есть проблема с оплодотворением, да, и мечтами детей, пожалуйста, приезжайте, просите, и будет вам дано. Так, снимем. Здесь вот такой участок для молитв. Человек может зайти, оставить немножко пожертвований, да, помолиться. Здесь Георгию Победоносцу. Я вижу икону святому Георгию Победоносцу. И очень, я вам скажу, действительно такая вот какая-то энергетика здесь очень спокойная. Я прям чувствую какое-то спокойствие ощущаю. А замечательный тревел может ли до меня? Может, всякий тоже выздоравливает, да. Значит, это первый коридор. Первый проход. Так, друзья, проходим в первый проход между этих валунов. По преданиям, пройдешь здесь, и будет все в порядке. А вот второй. Так. Так, и вот второй коридор, проход. Здесь даже, вот смотрите. Ага, и... А вот этот проход, это место, здесь нужно пролезть, и будешь здоров. А если не можешь иметь детей, будут дети. Вот через этот проход мы вошли. А через вот этот проход нужно проползти. Мы сейчас будем с Виолеттой ползти. Так. И дальше продолжается вот таким коридором. Это скальное образование. Ну что, сейчас будем ползти. Все, я полез. Thank you.
И сейчас Виолетта проходит эту процессию. Я вам скажу, не просто, очень тесно там. Камень, валун огромен. И даже было немножечко стремновато. Браво! Проползли под камнем. Теперь у нас должно быть появиться много детей. Ну, не конкретно у нас, но у каждого из нас. Ага. Смотрите, ребята, нашли следующий коридор здоровья. Так будем называть это место. Весь в масочках. Ну что, продолжаем мы? И продолжаем изучать эту местность. Изучать эту местность. И опять проходим очень узкую щель под камнями. Под камнями очень много масок. Все в масках, прям все в масочках. Везде масочки. Интересное место. Вот так вот выглядят скалы эти. Смотрите, какие колчанно-перитовые породы в кварце встречают, с кварцем встречают. Вот эта порода, 100% носитель золота, вот такой цвет. Но добывается с царской кислотой. То есть золото не в кусках там, или золотинках, а оно непосредственно в самой вот этой породе. Известным всем способом просто крутим ведро
Все тяжелые фракции тяжелого металла остался на дне. Промываем еще тщательней, выгребаем крупные камни. Убираем крупные камни, потому что они способны выбивать из общего мелкие золотинки. И моем, как обычно, лотки. Thank you.
Итак, друзья, мы с вами в приграничном селе Болгарии, Сербии. Такие тут здесь домики. Есть домик даже. Есть домик 1938 года. И вот такая. Просторов.